В Дагестане за несоблюдение масочного режима планируют привлекать к административной ответственности. Ношение медицинских масок в общественных местах планируется сделать обязательным, закрепив это указом главы региона. По мнению Сергея Меликова, отсутствие жестких мер может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период. Так, к примеру, в 17 муниципалитетах наблюдается рост заболеваемости, а в 14 ситуация нестабильная. Руководитель Роспотребнадзора Республики Николай Павлов также считает целесообразным привлекать к административной ответственности за неиспользование СИЗов. Он рекомендовал ввести масочный режим в общественных местах, транспорте, ограничить передвижение лиц старше 65 лет, включить отопление в домах раньше срока и ограничить проведение массовых мероприятий.